Светлана Трущелева старательно разглядывает в объектив микроскопа простейших паразитов. Она студентка 4-го курса лечебного факультета Рязанского медицинского университета. Девушка признается, ее студенческую жизнь скучной назвать точно нельзя. Светлана – заместитель совета обучающихся РязГМУ, и без ее участия не проходит ни одно событие. Международные конференции, спортивные мероприятия, со спортом девушка на «ты», культурные и общественные мероприятия – все это часть ее студенческой жизни. А еще Светлана активно продвигает здоровый образ жизни. Я считаю, что здоровый образ жизни – это не только спорт. Вообще здоровый образ жизни – это огромное всеобъемлющее понятие, которое включает в себя занятия физической культурой, соблюдение сбалансированного рационального питания, построение правильных позитивных мыслей, адекватная оценка себя, стремление к самосовершенствованию и позитивный настрой к окружающим. Светлана была участницей Всероссийского форума «Территория смыслов», но больше всего ей запомнилась акция «Зарядка с чемпионом». Я участвую в ней уже 4-й год, и каждый год это огромное количество студентов, которые все вместе позитивно занимаются физкультурой. То есть очень весело проходит флешмоб, где мы танцуем, веселимся и отлично проводим время. Помимо общественной жизни, Светлана любит читать. Как раз сейчас начала серию книг «Куриный бульон для души», а еще занимается с детьми в проекте «Умная Рязань». Бок о бок со Светланой на поприще общественной жизни университета трудится будущий педиатр Ирина Алексеева. Она со школы знала, какую профессию выберет. Все должно идти с детства, то есть здоровье должно быть с малых лет, поэтому хочется помогать детям, чтобы они были здоровы. Здоровое поколение – это самое главное. В перерывах между учебой и общественной деятельностью Ирина работает в магазине спортивной одежды и занимается фитнесом. Впереди ее ждет аккредитация и ординатура. Вот такие они – современные студенты, уверенно идущие по жизни с горящими глазами, готовые покорять новые вершины. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город».